Библейский портал экзегет.ру представляет. Библейский портал «Экзегет», первое послание к Коринфянам, 14 глава, читаю свой перевод, я Андрей Десницкий, и даю небольшие комментарии. 13-я, самая известная глава, мы читали в прошлый раз, про любовь. 14-я, конечно, после 13-й, кажется скучной, кажется неинтересной, но она уточняет один из важных вопросов, который в 13-й главе рассматривался. 13-я, гимн любви, любовь – самое большое дарование, без любви ничто не нужно, любовь – единственное, что дает смысл всему остальному, даже жертвенной смерти мученика. Но к чему он это говорит Коринфянам? Знаете, красивые слова, мы все любим говорить, но должна же быть какая-то практическая точка приложения, не просто вот любовь, 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 а дальше. А вот я напомню, что коринфяне явно интересовались одной темой, она в 12 главе появляется, в 13, она тоже присутствует очень хорошо, это говорение на иных языках, причем не изучение иностранных языков, а вообще греки, коринфяне в основном греки, Коринф находится в Греции, греки не любили учить иностранные языки, но еще бы у них такой свой язык, на котором существует философия, литература, поэзия, всякие произведения, которые описывают окружающий мир, там история Геродота и так далее, что ну зачем им учить какие-то варварские наречия. Может быть, только римляне их завоевали, латинский язык, поэтому им пригодится. А все остальное совершенно не нужно. Нет, это не иностранные языки. Это говорение какими-то особыми языками, сверхъестественная способность человека. Вот она описана в книге «Деяния апостолов» в Пятидесятницу, когда апостолы получили дар говорить на языках так, чтобы их понимали остальные. И, очевидно, в древности, как, кстати, и сегодня, некоторые христиане считали этот дар очень важным, и если им не обладали, то, ну, как бы и не совсем они христиане. Действие Святого Духа в них не проявляется. Судя по всему, мы не знаем наверняка, но, судя по всему, коринфяне вот именно так к этому вопросу и подходили. И Павел им говорит, да, это хорошо, но не это главное. Главное – любовь. В 14 он развивает как раз эту тему, в особенности о говорении на языках. «Стремитесь к любви». И ищите духовных даров, в особенности, чтобы вам пророчествовать. Смотрите, Павел явно критичен по отношению к этой вот готовности коринфян говорить на других языках и больше ни о чем не думать. Но он не говорит, нет, это все ерунда, забросьте это немедленно, никому это не нужно. Он старается подобрать какое-то хорошее действие, да, которое будет для них важным и которое будет не просто заменой, но которое может дать новую перспективу. Ищите духовных даров, в особенности, чтобы вам пророчествовать. Кто говорит на ином языке, говорит не для людей, но для Бога, ведь никто не понимает, что тот таинственно изрекает в духе. Ну вот почему мы понимаем, что это не иностранные языки, там на иностранных языках кто-то же другой может что-то понять, а это какие-то особые мистические языки. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, ободрение и утешение. То есть люди все понимают. Церковь для людей прежде всего нужна, не для Бога. Бог обойдется без наших этих молитвословий и пророчеств, а людям без них трудно обойтись. Поэтому пророчество – это для людей. Сказанное на ином языке назидательно только для говорящего, а пророчество назидательно для всей церкви. Хочу, чтобы вы все говорили на языках. Ну, это на самом деле вы хотите. Да, ладно, ладно, говорите. Но еще лучше, чтобы пророчествовали. Пророчествовать важнее, чем говорить на языках, если только кто-то не будет истолковывать сказанное, чтобы всей церкви получить назидание. И помните, он там упоминал в 12-й среди разных даров дар истолкования языков, да? «Если я теперь приду к вам и стану говорить на языках, как это вам поможет? Ведь в моих словах не будет для вас ни откровения, ни познания, ни пророчества, ни наставления. Возьмем неодушевленные инструменты, будь то флейта или арфа. Если не придать игре на флейте или арфе отчетливого звучания, как можно будет различить мелодию? Если труба издаст невнятный звук, кто станет готовиться к битве?» Труба, которой подавали сигналы войску, да? «Так и вы, если языком не произносите вразумительные слова, как можно понять сказанное, и будете вы бросать сказанное на ветер?» Ну вот, смотрите, конечно, сегодня, наверное, разве что для пятидесятников важен этот дар говорить языками, они его ставят на важное место, но это ведь вообще вот что-то делается в церкви, пусть делается красиво, хорошо, а смысл? Кому это нужно? Помогает ли это церкви, или это только самовыражение для того, кто делает?
Сколько бы ни оказалось в мире языков, нет среди них невнятного. Но если я не знаю строя этой речи, становлюсь для говорящего варваром, а сам говорящий варваром для меня. Варвар по-гречески бар-бар, да, вот это слово. Тот, кто говорит невнятно, кто произносит какие-то звуки, и мы не понимаем их смысла. Да, собственно, в России таких называли немцами, они немые. Хотя, конечно, не говорят, но для нас все равно, что немые, не могут на нашем языке ничего сказать. Так и с вами, искателями духовных даров, ищите те из них, которые вполне служат к назиданию церкви. Вот понятен принцип, да, всякая духовная жизнь важна для того, чтобы в церкви другие люди получали, как он тут говорит, назидание, утешение, откровение, да, то есть какое-то новое знание или какое-то другое расположение сердца. Кто говорит на ином языке, пусть молится о даре истолкования, да, то есть чтобы дано было истолкование. Ведь если моя молитва звучит на ином языке, дух мой молится, но для моего разума она бесплодна. Так что же теперь? Стану молиться духом, но помолюсь и разумом, стану воспевать духом, но воспою и разумом. Да? То есть Павел ясно здесь отстаивает необходимость рационального, в том числе, подхода к вере, не только такого духовного, мистического, но чтобы молитва, чтобы богослужение, чтобы священнодействие было осознанным, чтобы это не было некоторым таким экстатическим выкрикиванием невнятных слов, разговором на языке, которого никто не понимает, чтобы вот это все через голову тоже проходило, да, стану воспевать духом, но воспою и разумом. А когда ты духом произносишь благословение, ну, то есть, вот на этом языке какие-то звуки издаешь, как тот, кто занимает самое простое место, скажет в ответ на твое благословение «Аминь», если он даже не знает, что ты сказал. Понятно, да? Незнакомый язык, незнакомое высказывание, что об этом говорить. Может быть, твое благословение было прекрасным, но другому оно не принесло назидания. Благодарю Бога, что говорю на иных языках больше, чем все вы. Но в церкви скажу лучше 5 слов своим разумом, наставляя других, нежели 1000 слов на ином языке. Вот его принцип, да, то есть лучше все-таки осмысленно. При этом он говорит, слушайте, вот я-то лучше вас говорю на этих языках, но не в том дело, чтобы на них говорить. Братья, не рассуждайте по-младенчески. Да, будьте младенцами в отношении зла, но рассуждайте по-взрослому. Очень важный принцип. В отношении зла младенец, он неопытен, ничего не видит. Да? Он может там трогать, я не знаю, оружие или что-то горячее и не понимает этого. Вот в отношении зла просто не понимаете, что это. А в отношении всего остального будьте взрослыми. В законе написано, иными языками, иными устами будут говорить этому народу, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Так что иные языки даются как знамение неверным, а вовсе не тем, кто верует, как пророчество дается верующим, а не тем, кто неверен. То есть сам дар этих языков призван убедить других людей, что в церкви есть что-то превосходящее остальной человеческий опыт. А вот верующим нужнее пророчество, им не нужна эта демонстрация силы духа, им важны смыслы. Пророчество – это то, что осмысленно. Когда вся церковь соберется воедино, и все начнут говорить на иных языках, и войдет кто-то из простецов или неверных, разве он не скажет, что вы обезумели? Да, говорят какие-то непонятные слова. А если все станут пророчествовать, и войдет неверный или простец, обрати внимание, простец, то есть человек, который не разбирается в этих тонкостях, он вот что видит, то и говорит. Ото всех он получит обличение, ото всех порицание. Тайные помышления его сердца станут явными, и он пафнит, поклонится Богу, возвещая, воистину Бог среди вас. Вот смотрите, получается, что чуть ли не главное, что получает человек, неверующий, входя в церковь, где молятся люди, где они пророчествуют, это обличение и указание на его грехи, то есть как на то, что должно послужить началом его спасения, что должно, собственно говоря, привести его к покаянию, к какому-то осознанию, что ему вообще в этой церкви есть что делать. И, соответственно, он возвещает воистину Бог среди вас, то есть другой человек, неверующий, прежде всего должен убедиться, что в церкви действительно есть что-то такое, чего ему не хватает в его жизни, что-то такое, что выставляет его жизнь в особом свете, в неприглядном, кстати, свете. И здесь Павел не говорит, когда он зайдет, пусть он увидит, какие вы красивые, умные. Ну, в Коринфянах он в самом начале говорит, немного среди вас сильных, могучих, умных, образованных, там, благородных, богатых, да, немного. Вам особо гордиться нечем.
Вот очень часто христиане думают, что для того, чтобы их послушали, нужно выставить себя в каком-то выгодном свете, сказать, вот у нас там духовность, у нас там традиции, у нас там куча всего. А он говорит очень простую вещь. Когда войдет к вам некий человек, нужно, чтобы он увидел, что вот у него в жизни все плохо. Обличение он должен получить. Так что же, братья, когда вы собираетесь, у каждого есть или псалом, или наставление, или откровение, или иной язык, или его толкование, и все пусть будет назидательно. Вот, опять-таки, его принцип – многообразие. А многообразие – значительная свобода. В общине, в известных рамках, каждый приносит что-то свое. Кто молится, кто воспевает, кто говорит на ином языке. Главное, чтобы все было назидательно, чтобы все шло к какому-то одному итогу. Если кто говорит на ином языке, пусть их будет двое, самое большее трое, кто-нибудь один пусть истолковывает. То есть, хорошо, хорошо, для вас это важно, но максимум два человека за раз. Ну, три вот просто уже максимум оксиморум, да, больше не бывает. И главное, чтобы было истолкование. Если же некому истолковывать церкви, лучше молчать, а на языках говорить наедине с собой и с Богом. Вот общий принцип, да, он не про языки, что любая духовная жизнь, если она происходит в церкви, она должна быть для пользы других людей. А наедине с собой и наедине с Богом, пожалуйста, все, что считаешь нужным. И пророков пусть говорит двое или трое. Вот и пророков он ограничивает, вообще всех. А прочие пусть рассуждают о сказанном. То есть истолковывают как-то. Если пока говорит один, откровение придет еще кому-то из присутствующих, первый пусть умолкнет. Да? То есть тоже не так, чтобы один все время говорил. Все можете вы получить, пророчествовать один за другим, чтобы все получили и наставление, и ободрение. И духи пророчества подчиняются пророкам, ведь от Бога исходит не беспорядок, но мир. То есть кто-то может сказать, вот меня нашло, и я пророчествую. Он говорит, все упорядочено. Да? То есть человек, становясь верующим, не теряет головы, не теряет самоконтроля, не теряет способности как-то размерять свою, в том числе и духовную жизнь, пророчество свое и все прочее, может излагать в порядке осмысленно. Как принято и во всех церквях святых, женщины пусть в церкви молчат. То есть это все, оказывается, только к мужчинам относится. Им не дозволяется говорить, пусть они подчиняются, как того требует закон. Ну, в Ветхом Завете, в частности, все священные действия, они исполняются исключительно мужчинами, а и женщина, собственно говоря, не имеет никакой роли вот в богослужении, да? Если же они хотят что-нибудь узнать, пусть дома расспросят собственных мужей, а говорить в церкви для женщины – позор. Жесткое правило. Ну, в те времена действительно женщина играла в общественной жизни гораздо более скромную роль, чем теперь. И вот Павел настаивает, что в церкви этот принцип вполне соблюдается. А дальше он возможные возражения отвергает. Разве только от вас исходит Слово Божие? Или к вам одним оно пришло? Если кто считает себя пророком или духовным человеком, пусть признает, что я пишу вам, ведь это заповеди Господни. А если кто об этом не знает, пусть остается в неведении. То есть так везде. И вы можете в этом убедиться. Если так везде, то это действительно заповеди Господни, а не мои фантазии. Итак, братья мои, ищите пророчеств, но и не препятствуйте говорить на иных языках. Пусть все будет благообразно и чинно. Вот главный принцип его, да, то есть он явно хочет умерить их желание говорить на иных языках, но не отрицает в принципе ценности этого, а лишь бы благообразно и чинно, лишь бы не было такого фонтанирования, когда каждый что-то свое, а вместе возникает хаос. Принцип, который, по сути дела, продолжает вот этот гимн любви в 13 главе, а в 14 он конкретизируется, как это должно проявляться в церковной жизни. Вот что такое любовь, любовь, любовь. А вот она не ищет своего, не бесчинствует, да, помните, как там было сказано? Вот здесь это приложено к очень простому принципу, как организовывать богослужение.